Всем привет, дистиллерия Хиллбеган. Мы сейчас находимся в самом сердце. Это так называемая дистилляционная комната. И здесь вы видите два перегонных куба. Кубы сделаны из меди. И это самые старые кубы в Ирландии. После реконструкции, после возобновления производства дистиллерии Хиллбеган, они стали выпускать виски. И вот этот виски, который я везу в Россию, это ржаной виски Хиллбеган. Он полностью от начала до конца сделан на этой дистиллерии, вот на этих перегонных кубах. Поэтому это очень интересная история. Это small batch, 4 или 5 тысяч бутылок, по 2 в руки. Мы купили одну и везем ее в Санкт-Петербург на дегустацию. Поэтому приходите на мои вечера, и я вас угощу очень вкусным и интересным продуктом прямо из Ирландии. Пока!